Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно разошлись. По информации американских СМИ, пара все-таки окончательно решила расстаться. Якобы инициатором разрыва стал Брэд Питт, которого утомили проблемы со здоровьем жены и ее беспричинная ревность. Также говорится о том, что Анджелина завела себе любовника, и Питт этого не вытерпел. Имя таинственного кавалера Джоли не сообщается, и многие фанаты сходятся на мнении, что это всего лишь очередные выдумки. По некоторым данным, супруги сейчас проживают раздельно и подали на развод. Документы подготавливаются, но официального подтверждения от самой пары не поступило, хотя опровергать информацию они не стали. Поклонники надеются, что у супругов все в порядке, и они не устанут от прессы, которая намеревается постоянно их разлучить. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!